Всем привет. Со сценариями не получится пройти вот на этом локомотиве. Я вот обещал, да, но опять фризить начал. Хотя я вроде настройки понизил специально. Вот. Потому что дурные сценарии, блин, скриптованные. Вот больше всего на свете не люблю заумных людей. Ну, сделай ты простенький сценарий. Да, и пусть люди ездят без всяких этих скриптов. Там, допустим, вот, а то 30-40 километров превысил, все, игра окончена. Game over пишет. Ну, не game over, там немножко по-другому. Так, ладно, давайте я болтаю про запуск. Что нужно сделать? Так, запускаем компрессор. Тут главная кнопка во всем этом. Так, давайте сразу и тормоза тогда. А, так. И реверс, реверсивная. Просто разблокируем сюда, на ход вперед. Основная кнопочка у нас вот здесь находится. Вот эта зеленая кнопка. Нажимаем, удерживаем, ждем, когда в правом верхнем углу появится окно. Готово, все. Теперь вы можете спокойно ехать, и вам ничего не придется держать, удерживать и так далее и тому подобное. Ну, сейчас мы с вами просто прокатимся на 20 километров. Так, сейчас он до пятерки. Он же не поднимет пантограф, пока 5 атмосфер не прокачает. Но сценарий, я думаю, сделаю сам. Тут сложного нет ничего. Пару грузовых, пару пассажирских. Без всяких скриптов. Обычный сценарий. Прицепить, погрузить, разгрузить, доехать, остановиться, пропустить, сманеврировать и так далее. Тут сложного вообще нет ничего. Но скрипты я никакие пихать не буду, потому что, ну, это неинтересно. Можно на час, можно на полчаса. Вот. Так, ну что тут у нас прокачалось, да? Нет. Значит, до 6 атмосфер. Ну давай, до 6. А, все, да? Так, я понимаю. А что не поднимается пантограф? Да иди ты в жопу, блин. Опять мигать начал. Интересно. О, серьезно. Обычно он поднимался после 5. Опять у меня это горит, но это все фигня. Оно раз на раз не приходится. Когда горит, оно никакого отношения, пусть мигает. Мы с вами отключили вот эту фигню, так что оно нам, как говорится, собственно, для этого я видео и записываю. Ну, давайте прохватим немножко. А, надо включить компрессор, вентилятор. ЦВ, компрессор, вентилятор. Вот, все вроде бы. Тормоза отпущены. А, стояночный не отпустил. Отпускаем стояночный. Все, можно спокойно набирать его. Вот, Q, A, F, I, A, I, A, I, A, I, A, I, A. И краткое Q, F, английское A. Набор позиций. Q. А вот тормоза не помню. Это надо смотреть мануал. Я обычно тормоза мышкой юзаю, потому что, ну, не получается. Так, надо побыстрее уже проехать. Прохватим, посмотрите. Я могу вот просто спокойно снаружи наблюдать, ничего не произойдет. Так вот. Со сценариями я говорю, нет. Выше я. Проще самому сделать. Все это поудалять и сделать нормальный сценарий. Буду. И, кстати, я говорю, обзор я
обзор я делал на этот локомотив 3 года назад, оказывается. Я буду не фигурировать, как время быстро летит. Не то, что обзор, а чисто запуск. Мне тогда еще и я не мог включить это динамическое освещение, потому что у меня вообще сверхлагивает с ноутбука, по-моему, все это дело. Отключал динамику. И здесь тоже вот понизил чуть-чуть графику, чуть-чуть тени прибрал и чуть-чуть прибрал эти самые качества текстуры. Но оно сильно не повлияло на это. Так, свет можно включить, свет на Х включается. Если вдруг даже у вас как сработает бдительность, вы его прозеваете, сработает вот этот стоп-кран, да, экстренное торможение, тоже все фигня, дайте ему остановиться полностью, и из этих рычагов какой-то, я не помню, или этот, просто нажмите, оно потом автоматически сброс услышите, шипение, скрипт сработает. Сейчас у нас подлагивает, потому что куча вагонов. Куча вагонов. Тогда лучше сесть в этот вагон. Без полегче будет. Ну, в вагонах видите, сколько мы ставим. Здесь не так много этих текстур и всяких кнопок, моделей. Простенько, просто видно покрашено. Поэтому мы тут с вами немножко в вагоне покатаемся. Да, это мы сейчас быстро. Конечно, хотя звук сценарий, но я говорю, сценарии там такие, что сколько я уже, 3 или 4 попробовал сценария, нет, родных. Самое обидное, вот, самый длинный был, у меня 90 минут остается до, по-моему, остается где-то 6 километров до конца. Проезжаю какую-то точку скриптованную, пишут, что-то я не сделал, или я проехал, или я не опустил этот самый, только приемник не опустил. Ну не знаю, короче, не помню, что-то в этом роде на английском там написано, с примесью румынского, вот, ну и все, ошибка, вы не справились с заданием, или что-то вот типа того, и game over, все. Ну, я говорю, вот такие замудренные, я просто, ну зачем, сделайте простой сценарий, с доставкой там. Перевозку. И все. И проблемы будут. В принципе, вот мы подъезжаем к концу нашей быстрой игры. Все показал, все рассказал. Конечно, было бы здорово, если там с ключом СС, как это называется, с гражданин ССАО. 60 кадров. О-о-о-о. Сейчас сработает. Да блин. Да, 20 секунд. Все. Все. Я успел. Вот, видите, сработает. Ну, если тут. Блин, как ты мне надоел. Какая-то. Ну, спокойно. Тут видите, тоже бывают моменты. Так, мы сейчас мы применим электродинамическое торможение. Пусть 60 будет. 65 нам показывает, окей. 500 Гц.
Тут у нас еще уклон, оказывается. Я не помню, как здесь опускать только приемник, наверное, вот тут есть такие моменты, где надо, как бы смена там происходит, электросети, контактной сети. А может и нет, может просто тупо там надо опустить, поднять его. Опять лагает. Спокойно, слегка. 7 километров, 11 минут. Поболтали, рассказал вам, что да как. Конечно, было бы прикольно, если был какой-то свой отечественный контент. Да вот тот же, который ожидаем ЧС, было бы здорово покататься хоть на Шевченко, Цветкова, вот там. Как там, Орлова, вот это, Тула называется. Тоже нужно пассажирский сценарий. Ну, опять же, не такие большие, какие хотелось бы, скажем. Да и в одиночку это не так интересно, скажем. Вот тут же где-то трейн или еще какие-то симуляторы, где есть онлайн. Диспетчер и так далее и тому подобное. Так в одиночку 1000 километров ехать, это конечно, ну, ох. Ну, не 1000, ладно, 1000 это конечно много, хотя бы километров 200-300. А то у нас они не особо такие большие. Притормаживаем. Остановился, так что я могу немножко продвинуться вперед его. Чуть-чуть. Так вот. Так, ты что, сколько локомотив вылезли? Ну, какие-то странные какие-то NPC. Ну ладно. Ну вот такой вот быстрой игры был. Я прям показал, как запускается. Как, вернее, не запускается, как запускается, я показывал. Ну, заодно еще раз показал. А показал я вам, как. Подальше, это там шумит очень сильно. Вот, показал я, как сделать так, чтобы он у вас не блокировался, не пищал, вот это не срабатывало, эта система бдительности. Как в прошлом видеоролике говорил, что там надо держать, ничего не надо держать. Тут есть возможность сделать, чтобы вот эта хрень, она не мигала, но я уже не помню как. У меня тут раз на раз не приходится, бывает мигает, бывает не мигает. Короче, всем спасибо за просмотр, приятного выходных, всем здоровья, счастливо, всем пока.